Сейчас бы я хотел ваше внимание направить. От нас сегодня зависит. It depends from us. Мы сегодня ответственны. We are responsible today. Где наше сегодня сердце находится? Where our heart is right now. Сегодня хочется, чтобы, когда мы пришли сюда, we would like it that when we come here, чтобы наше сердце было направлено к Иисусу. For our heart to be directed to Jesus. Я уверен, столько нужд сегодня здесь. So есть нужды, которые невозможно разрешить на человеческом уровне. Но здесь Иисус. Для Него нет ничего невозможного. Он знает, как восполнять нужды. Он знает, как разрешать проблемы. Он знает, как выводить из тупика. Поэтому хочется сегодня, чтобы наше внимание было направлено к Нему. Чтобы здесь атмосфера наполнилась ожиданием. Чтобы наши сердца жаждали этого. Иисус, мы хотим Тебя. Давайте мы встряхнем всякое равнодушие. Давайте мы сбросим все, что отвлекает нас от Него. Пусть наше сердце будет направлено к Нему сегодня. Пусть сегодняшний день это будет днем Его славы на этом месте. Аллилуйя. Я хочу прочитать такое место. Это записано книга пророка Захарии. It's written in Zechariah, 4 глава. Chapter 4. В свое время, in due time, когда у меня был очень такой нелегкий момент в жизни, when I had a difficult moment in my life, много-много лет назад, many years ago, я помню, сразу в одно время просто, просто обрушилось много таких вот... ситуации. All of a sudden, so many circumstances just fell upon me. Я уже неоднократно с вами делился. And I've shared this with you multiple times. Я не буду снова повторяться. I'm not going to repeat myself. Но единственное, что хочу сказать. But I want to say. Я в то время that at that time, настолько сильно I was so, ощутил влияние демонических сил. I was experiencing the influence of the demonic world. Я помню каждое утро. I remember every morning. Когда я вставал на работу. When I would wake up to work, я ощущал этот холод. I experienced that coldness, хотя это было лето. Though it was summer. И слышал этот голос and дьявольский. I heard that voice of the devil. Вы знаете, все это было по одной причине. All this was due to one reason. Что за несколько месяцев. Because in a few months, Бог очень сильно посетил меня. God visited me very powerfully. Вы знаете, когда Бог посещает, you know, when God visits you, мы даже не думаем, что мы начинаем тогда говорить. We don't even think about what we're saying at that point. И я помню, как я много что наобещал Богу. And I remember how much I promised God that at that time. В Божьем таком вот посещении. In God's visitation. Когда Божья атмосфера наполняет тебя. When God's atmosphere was filling that place. Что-то хочется делать для Бога. You just want to do something for God. Я помню, стал говорить ему. And I remember I started saying to him. И вы знаете, прошло время. И вот этот демонический голос, он стал говорить так же. Забери свои слова, которые ты пообещал Богу. И сразу демонстрация разных картин. Как будет моя жизнь уничтожена. Я многие вещи видел. Как моя жизнь должна закончиться. Вы знаете, вот в тот момент in that moment, молитва, которую я направлял к Богу, the prayer that I directed to God, такое впечатление, что it seemed like, не просто Он не слышит, not only does He not hear, моя молитва просто вот она but my prayer is just была вот вокруг этой комнаты, around где я находился that room тогда. That I was at. Что я только не предпринимал. No matter what I tried, именем Иисуса Христа in the name of Jesus я противостоял дьяволу. И вы знаете, когда я это говорил, and when I said that, и громко говорил, and I said it loud, но слова были такие слабые, but my words were so weak, в них не было никакой силы. There was no power in them. И мне казалось, что дьявол смеется and над этими like словами. The devil was laughing at my words. И я не знал, что делать and в этот I did момент. Not know what to do. И как сейчас помню, and I remember, as if today, в одну ночь
One night, сна не было. I had no sleep. Я сидел на полу и листал Библию. I sat on the floor and я даже не знал, что я читал. I didn't even know what я I was просто reading. Перелистывал страницы. I was just turning the pages. Я ловил себя на такой мысли. And I caught myself on а the что thought. Я читаю? What am I reading? И снова я листал and once страницы. Again, I would just turn и вот the pages. Мой взгляд, он упал. And then my eyes fell именно на четвертую главу on chapter 4 пророка Захария. Of prophet Zechariah. Это шестой стих. Verse 6. Где сказаны такие слова, где Бог обратился him, и говорит, не воинством и не силою, and he says, not by might, nor my но power, духом моим, but by my spirit, говорит Господь says the Lord of hosts. Вы знаете, ничего особенного в этот момент не произошло. Nothing special happened at that moment. И я уже успел перелистнуть следующую and I was already, страницу. On the next page, но что-то внутри, but something inside, я ощутил, что надо снова вернуться. Я снова стал читать этот стих. Я снова стал читать этого пророка Захария. Я помню, я прочитал полностью с первой главы до последней. Но вот этот стих, он принес такой мир в мое сердце. Вы знаете, утром ничего не изменилось. Тот же самый демонический голос, that same demonic voice, демоническое влияние, demonic influence. Но вы знаете, внутри у but меня inside, совсем было уже другое отношение ко всему. Completely different attitude towards all я помню, я направлялся в ванную комнату, I remember I was going to the bathroom, и когда я вот это ощутил, and when I felt that, это же холод, this coldness, снова дьявольский голос. The voice of the devil. Я повернулся в эту сторону. I turned in that direction. Я конкретно знал, где стоит этот демон. Where he was standing. Я его не видел глазами. I couldn't see him with my eyes. Но я ощущал, где он стоит. But I felt where he was standing. И я сказал, and I said, дьявол, devil, даже если в тысячу раз even if a thousand times, умножатся обстоятельства против меня, if my circumstances become a thousand times я больше не боюсь, I'm not afraid anymore, потому что я имею слово. Because I have a word. И я процитировал его. And I recited the word. Не воинством и не силою, not by might nor by но power, духом, говорит Господь Саваоф. But by my spirit, says the Lord of hosts. Во имя Иисуса Христа, in the name of Jesus Christ, убирайся вон. Get out. И в один момент and in that все instance, изменилось. Everything changed. Вы знаете, сегодня я хотел с вами поделиться из этой главы, потому что я знаю, есть вещи в нашей жизни, где мы должны иметь от Бога. Не то, что я вижу, see, не то, что я ощущаю, feel, а то, что я получил от Бога. И God. В этом есть сила, чтобы пройти, through, чтобы достигнуть цели goal, и чтобы победить. Пророк Захария. Prophet Zechariah. Я прочитаю с первого стиха. I will read from verse 1. И возвратился тот ангел, который говорил со мною и пробудил меня, как пробуждаю человека от сна. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его и 7 лампад на нем. И поэтому и по 7 трубочек у лампад, который наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. Может быть, на английском мы высветим. Can you please display it in English? So we read, if you guys have your Bibles, we read verse 1 through verse 7. Mm-hmm. Немножко истории, что произошло. A little bit of history of what was happening с пророком Захарией. With Prophet Zechariah. Пророк Захария. Prophet Zechariah. Это тот человек, is a person который был в пленении. Who was in как тысячи, тысячи евреев. In prison as many, many Hebrews. 70 лет. And over 70 years, Израиль, он был под,
находился под игом вавилонским. Israel was under the Babylon rule. Начиная от Навуходоносора. Starting with Nebuchadnezzar. Потом Дарий. And then Darius. Дарий первый, Дарий второй. The first and the second. История говорит, что при втором Дарии. And history is saying that during the second rule of Darius the second. Начался выход. The exodus started. Израиля из плена. As exodus of Israel out of this enslavement. Дарий первый и Дарий второй. And the first and second Darius. Это было правление персов. This is the Persian rule. И в то время. And at that time. Все было в запустении. Everything was abandoned. На протяжении 70 лет. Over 70 years, everything was abandoned. Когда Навуходоносор уводил в плен. And when Nebuchadnezzar was taking them all into captivity. Были семьи, где были маленькие дети. There were families with little children. И прошло 70 лет. And 70 years have passed. Эти маленькие дети. These little children. Которые стали уже старцами. Who became older people. И которые пришли. And came. И они увидели эти развалины. And they saw these ruins. Они увидели разрушенный Иерусалим. They saw the Jerusalem destroyed. В течение 70 лет. In 70 years. Не было никакого восстановления. There was no rebuilding. Все было настолько разрушено. Everything was so destroyed. Кроме того. Besides that. Те, кто там остался. Those who stayed there. Они были равнодушны ко всему. They were careless to everything. За 70 лет. In 70 years. Это уже не одно поколение. This was already not one generation. Они уже привыкли к этим развалинам. But they were already used to the ruins. Развалины были стены Иерусалима. The ruined walls of Jerusalem. Сожжены ворота Иерусалима. The gates were burned. Разрушен был храм Иерусалима. The temple of Jerusalem was destroyed. Это одно из богатейших мест в Израиле. This was one of the richest places in Israel. Оно было разрушено. And it was completely destroyed. Мы читаем очень подробно об этом в книге Неемии. You can read this in the book of Nehemiah in detail. Это был тот человек, который был связан с восстановлением Иерусалима. With the restoration of Jerusalem. Это современник Захария. This was a past Zechariah. И вот Захария пришел туда. And Zechariah comes there. И первая группа, которая пришла с ним. And the first group that came with him. И Зарававель пришел. And Zerubbabel came. И когда они увидели это. And when they saw this. Они были потрясены. They were shocked. Все настолько в запустении. Everything was so just destroyed. Вы знаете, сегодня мы живем в такое время. Today we live in a time. Если мы читаем 4 глава, 4, вернее, 4 глава, 1 стих, verse 1, здесь сказано о том, что ангел, the angel, который уже говорил Захарию, он пробудил его, he awoken him, как пробуждается человек от сна. As a man who is wakened out of his sleep. Он пробудил его. He wakened him. Вы знаете, сегодня today, церковь the church Иисуса Христа of на Jesus земле, Christ on this earth. Что-то подобное происходит. Something similar is happening. Сегодня есть разные взгляды на today, церковь. There are different points of view to, about the church. Некоторые говорят, какое разложение? Some say, what decay? Куда церковь катится? Where's the church going? Что нам ожидать? What can we expect? Все хуже и хуже. Everything is worse and worse. Пожилые люди говорят. The elderly are saying, в наше время такого не было. In our times we did not have this. То, что сегодня происходит. What is happening today. И вы знаете, это правда. And this is true. Мы сегодня видим это отступничество. Не просто, что люди уходят в мир, которые открыто начинают грешить. Отступничество в том, когда люди создали форму, когда они перестали нуждаться в Боге, когда люди стали просто жить для себя, когда просто они религию используют чисто для своего этикета. Сегодня некоторые люди, today, some people, они прикрывают свои грехи, they hide their sin, просто говоря о том, что они ходят в какую-то speaking, церковь. Or saying that they go to some kind of church. Сегодня люди, они ищут today, people look такую возможность, for the opportunity, чтобы
Кто-то не коснулся их души. For somebody not to touch their soul. Поэтому они ищут такую возможность. They seek this opportunity. Просто где-то числятся. Just to be numbered somewhere. Я нахожусь в той-то церкви. I'm in that church. Я хожу в американскую. I go to the American Я хожу в русскую. I go to the Russian church. Я просто член Вселенской церкви. I'm just a member of the universal church. Я принадлежу ко всей церкви. I belong to the entire church. И вы знаете, все так абстрактно. And you know, everything is so abstract. Это состояние спящего человека. This is a state of a sleeping Что-то person. Происходит. Something Какие-то is happening. Quakes Меня are happening, but nothing bothers me. Меня это не трогает. This doesn't touch me. Вы знаете, сегодня, Today, когда большинство из нас, when the majority of us, мы осознаем we are recognizing дух этого времени the spirit of и что происходит в церкви, and what's happening in the church, когда мы осознаем when we recognize то, что мы сегодня имеем, what we have today, это недостаточно, this is not enough чтобы осуществить волю Божью, to fulfill the will of God. То, что мы имеем служение, what we have as то, a ministry, что происходит, what we have это happening, не то, this is not что хотел видеть Господь what в нашей God жизни. Wanted to see in our life. И наряду с этим мы замечаем такое равнодушие, как будто нас это не касается. Как-нибудь проживем, как-нибудь протянем. Что-нибудь, может быть, будет. И все на этом. Более всего этого, люди не хотят менять. Не хотят менять, чтобы изменились обстоятельства, чтобы началось движение. А зачем? Вы знаете, когда Неемия, you know, он вернулся в Иерусалим, то там there, люди, которые были начальствующие, charge, они воспротивились восстановлению. Они привыкли уже к той жизни. Зачем это движение? Зачем это все? Нас и так все устраивает. Но вот ангел, angel, он пробудил Захария. Как будто от тяжелого сна. As if from a deep sleep. Сегодня мы нуждаемся today в этом пробуждении. Вы знаете, пробуждение сегодня, you know, awakening today, это не очередные новые программы. It's not another new program. Это не то, что нужно что-то придумать. It's not, we have to think of something new. На прошлой неделе с одним пастором мы разговаривали. Last week I spoke with a pastor. Он пастор в Лас-Вегасе. He's a pastor in Las Vegas. И он говорит, я посетил одну церковь. And he said, I attended a church. 17 тысяч членов в этой церкви. 17,000 members in the church. Может быть, 17 тысяч посещают эту церковь. 17,000 people visit that church. У них несколько кемпусов по городу. Multiple campuses in the city. И пастор проповедует всегда в каком-нибудь из... Но в одном из этих and кампусов. The pastor always preaches in, at least in one of these campuses. Я, говорит, услышал, he said, I heard что современная технология, that modern technology, световая, the digital technology, настолько усовершенствовалась, is so, perfected, что человека нет, that there is no person, но он как живой. But as if he's there, он находится на платформе, he's on the stage, он двигается. He moves around. Я первый раз об этом услышал. I heard this for the first time. И он говорит, когда ты сидишь, he said, when you're sitting there, то ты не знаешь, you don't even know, это настоящий if this is the или real, просто сделанный real deal, светом. Or if this is just a digital display. И он говорит, я пошел в эту церковь, said, I went to that church, лишь потому, чтобы посмотреть. Just to see. И там была одна христианская певица, and there was a Christian singer, которая вышла и стала очень красиво, она пела. Came out and sang wonderfully. Пела она христианские песни. She sang Christian songs. И вдруг, говорит, свет ушел с нее and и осветил. And и она уже настоящая выходит and оттуда. And then the real, и вдруг the real они вдвоем. And now two и настоящие, та, которые света. The digital one and the real one is singing. Говорит в два голоса. And they're singing a duet now. Они продолжили эту песню. And they continued that song. И потом она просто провела, говорит, рукой. And then she just swiped her hand. И это просто был воздух. And this was just a hologram. Вы знаете, мы живем в такое время. We are living in a time. Людей это привлекает. Where people are attracted to that. Я не против этих технологий. I'm not against this technology. Но вы знаете, когда люди просто хотят чем-то удержать But людей. But when people just want to hold у нас самое современное. We have the most modern самое technology. Самое лучшее. The best stuff. Ты просто даже не заметишь, что пастора нет. Notice that the pastor's вот gone. Он. There he is. Он где-то проповедует. He's preaching somewhere else. Но это же проповедь. But the same он sermon, здесь на платформе. He's right here on the platform. И он весь из света. And he is hologram. Но сделан настолько натурально. But he looks so все real. Эти подсветки. The lighting is so perfect. Я не знаю даже, как это называется. I don't even know what this is на called. Этом электронном техническом языке. In the technical language. Но на самом деле это, оказывается, есть. But it exists.
Вы знаете, пробуждение revival, это не потому, что новая программа. Это какие-то новые технологии. Сегодня служители собираются и думают, как удержать молодежь. Надо придумать новое развлечение. Сегодня они увлечены многими вещами в этом мире. Надо перекрыть это увлечение. Нужно что-то придумать такое, чтобы они не хотели идти в мир. И начинают разрабатывать проекты. Как можно удержать молодежь? Возлюбленные, ничего. Если люди, они хотят удержать этим, ничего из этого. И даже новые перечни, новые какие-то достижения, они не удержат людей, тем более не пробудят их для Господа. Сегодня церкви нужен Дух Святой. Сегодня снова нужно пережить то, что пережила церковь в первых дней, когда шум сделался от великого, от сильного несущего ветра, когда горница наполнилась присутствием Божьим, когда сила Божья сошла. When the power of God came down, and a powerful movement started, and this spread. Сегодня нам нужно это для того, чтобы мы имели это пробуждение, чтобы действительно это было движение. Вы знаете, я задумался над этими словами. Когда Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие, Он дал это поручение. Сегодня мы говорим, что это великое поручение Иисуса, чтобы достигать нации, проповедовать всем народам. В то же самое время, перед тем, как уйти с этой земли, Он говорит, не идите никуда, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. Он их остановил. Он говорит, никуда не уходите. В одном месте Он говорит, идите, я посылаю вас. В другом месте Он говорит, никуда не ходите. Вроде бы как бы противоречие. Но вы знаете, я хочу сказать, что Иисус понимал, что если они пойдут, они скоро просто израсходуются. Но когда они дождутся, то, что Он обещал, то, что называется Духом Святым. Это сила. То, что позволит им открыть Иисуса всем людям, которым они будут проповедовать. И тогда, когда сошел Дух Святой, они понимали. Иисус сказал, тогда только вы будете свидетелями. Вы знаете, можно просто уговорить человека. Можно сказать, приди посмотри, как у нас хорошо. Приди в церковь. Приди послушай. А можно быть просто его свидетелем. Просто там, где я нахожусь. Right where you are. Люди начинают замечать, что я не просто обыкновенный человек. Что-то есть особенное во мне. Люди начинают тянуться. Люди начинают спрашивать. Возлюбленные, мы должны быть свидетелями Иисуса на всяком месте. В Иерусалиме, Иудее, Самарии, до края земли, среди своего дома, посреди своих соседей, на работе, в городе, в этой стране, где бы мы ни находились, свидетели Иисуса, это только будет благодаря тому, если мы наполнены Святым Духом. Вы знаете, когда ангел обратился к Зарававелю, он спросил, что ты видишь? Среди этих развалин, когда стена была Иерусалимская разрушена, ворота сожжены, когда храм был разрушен, среди всего вот этого беспорядка, когда ты смотришь и видишь, что невозможно что-то изменить, Захария что-то увидел. Он увидел светильник. He saw a lamp. И он сказал, я said, не знаю, что это. I don't know what this is. Но он увидел этот светильник. But he saw this lamp. Ангел спросил, the angel asked, что это? Он what говорит, is it? Не знаю, Господин. He said, I don't know, Lord. Я не знаю, что I don't это. Know what this is.
И тогда ангел сказал слово Господне. Это слово было направлено к Зарававелю. Зарававель был тот человек, который должен отстроить этот храм, который должен отстроить эти развалины. Когда все это разрушено. When all this was ruined, вы знаете, в нашей жизни, you know, in our life, есть вещи, there are things, когда столько поломанного, when there's so much ruined, столько потрясений, so much shaken, некоторые люди прошли через такие тряски, some people have gone through so many что они утратили всякую надежду, that they wasted all their hope, что может что-то измениться. They have no hope for anything to change. Я помню одного человека. I remember a person. Несколько лет назад. A few years ago. Они ехали из Спокена в Сакраменто. They were going from Spokane to Sacramento. И он позвонил мне, сказал, что будем проезжать мимо вашего and города. He called me and said, hey, we're going to be passing by your house. Мы хотим заехать We'd с подругой like to к вам. Stop by and visit you. И когда они заехали, when they stopped это by, были молодые люди. These were young people. И они сидели. They were sitting. И они говорили о том, что они в зависимости от наркотиков, что кто только за них не молился, что у них потеряна всякая надежда. И вот сейчас, где они были, они тоже там пытались начать новую жизнь. Я помню, как эта девушка, она сидела с потухшими глазами, и она сказала, мне всего 17 лет. I'm only 17. Я ощущаю себя but I feel старой старухой. Like an old woman. У меня все разрушено. Everything is broken. Моя жизнь закончилась. My life is over. Вы знаете, когда смотришь на подобных людей, when you look at these kind of people, ты начинаешь осознавать, you start to realize, что ты им не можешь помочь, that you cannot help them with anything. У тебя нету тех средств, you don't have the resources, чем ты можешь помочь with им. Which you can help them. Единственное, что ты the можешь, only thing you can do, это привести их к тому, is to bring them, кто своей силой, to the one who with his power, он может изменить их. Can change them. Это Иисус Христос. And that is Jesus Christ. Я помню, мы в тот вечер с ними молились. I remember that evening we prayed with them. И у меня не было слов, что им сказать. I didn't have words to tell them. Единственное, о чем я просил, the only thing I asked, Дух Святой, was the Holy Spirit, открой им Иисуса. Please open up Jesus. Пусть Иисус коснется Let их. Jesus touch them. Я знаю, что если Сын освободит, I know that if the Son sets free, то тогда они истинно свободны then they will будут. Be free indeed. Возлюбленные, есть в жизни такие вещи, когда люди, пройдя через потрясения, когда они открыли двери для греха, когда в их жизнь пришло разрушение, когда они пытались своими силами что-то исправить, и в конечном итоге они пришли к выводу, что это невозможно. И вы знаете, у большинства этих людей опускаются руки. People, они теряют надежду. They lose hope. Я помню, как один парень говорил, я уже устал исповедоваться. I'm tired of confessing. Я уже кому только не исповедовался. You don't even know who I've confessed to already. Я снова возвращаюсь на те and же круги. Я снова sin. Возвращаюсь на те же грехи. I continue to return to the same problems. Вы знаете, всегда хочется найти оправдание, want to find the justification, почему не работает, why it's not working, почему это не случилось с этим человеком, why it didn't happen to почему this person, он не изменился. Why he wasn't changed. Но вы знаете, в этом месте, but in this place, среди развалин, in the midst of the ruins, когда храм был разрушен, when the temple was destroyed, Закария увидел Zachariah saw the lamp. Это прообраз силы Духа Святого, этого Spirit, помазания, этого елея, который был в этом семисвечнике. И ангел сказал ему, он говорит, слово к Зарававелю. Дорогая церковь, church, восстановление в нашей жизни, life, оно приходит через откровение. Не приходит просто, я попробую. Just, oh, я еще проверю себя в этом. Мы получаем слово откровения. No, приходит откровение. Это не начинается где-то. Это начинается в моем сердце. Слово. И это слово было не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф.
Сегодня, возможно, многие вещи, maybe today many things, они смущают тебя. Making you doubt. Может быть, ты стоишь, как Зарававель, перед этой горой проблем. Like Zerubbabel before this mountain of problems. И ты не видишь выхода. And you don't see a way out. Нету шансов преодолеть. There's no chance of overcoming. Здесь нужно откровение. You need a revelation. Вы знаете, церковь Иисуса Христа, the Church of Jesus Christ, она строится на откровении. It is built on revelation. Она осуществляет Божью волю на откровении. It fulfills God's will on revelation. Иисус сказал, на этом камне я Jesus создам церковь. That on this rock I will build a church. Есть вещи, которые созидают. There are things that build us up. Созидание на Иисусе Христе. The building up is in Jesus Christ. Сегодня люди ищут разные пути. Today people look for different ways. Но слово от Господа было. But the word comes from the Lord. Не воинством и не силой. Not by might nor power. Вы знаете, в то время, you know, at that time, когда Зарававель начинал это строительство храма, было сильное противостояние. There was a great, standing against противостояние того медийского царства или персидского. Все стояло против. Всегда, когда мы начинаем делать Божью работу, всегда будет противостояние. Некоторые люди это рассматривают так. Значит, это не Господь. Если Господь, все будет гладко. Я вам скажу, когда что-то приходит от Бога, духовный мир, он начинает внимательно наблюдать. Духовный мир — это не только Божье царство, но и также демонические силы. Неемия, когда стал выстраивать стену, он имел от Бога откровение, и вдруг все поднялось против него. Он мог бы сказать, значит, это не Господь. Said, well, God, раз такая позиция, такое противостояние, возлюбленные, beloved, не всегда, когда ты имеешь противостояние, это не всегда то, что ты должен остановиться. Есть вещи, которые нас предупреждают, us, но очень часто, often, когда Бог открывает двери, очень много противников поднимаются. И здесь нужно не остановиться. И мы можем только преодолеть это, имея откровение, имея слово. И мы стоим твердо на этом, не исходя от обстоятельств. Вы знаете, в то время у Зарававеля не было денег, у Неемии не было денег, но они приступили к работе. Но вы знаете, что они имели? You know, имели откровение. С ними был Господь. И это все решило. Когда мы уверены, что с нами Господь, и я имею от Него откровение, это все преодолеет. Мы пройдем и совершим дело, которое Бог определил в нашей жизни. Аллилуйя! Я хочу сегодня вас вдохновить. Может быть, кто-то проходит через эти вот трудные участки в жизни. Может быть, на кого-то вы рассчитывали. Сегодня эти люди отвернулись от вас. Может быть, и были еще какие-то вещи в вашей жизни. Может быть, кто-то на этом месте. Возможно, вы когда-то имели от Бога откровение в отношении вашего призвания. Но что-то произошло. Прошли годы. И сегодня вы находитесь в состоянии равнодушия. Может быть, приходят мысли, если бы вернулось время, я бы все по-другому сделал. Вы знаете, сегодня дьявол, он угнетает людей за то, что время уже прошло. И он говорит, уже ты ничего не вернешь, ничего не поправишь, уже все бесполезно. Возлюбленные, что мы сегодня видим? Среди развалин, среди несостоявшихся планов, когда наше видение не осуществилось, что мы видим сейчас? Если ты видишь это помазание, этот светильник, если ты видишь откровение от Господа, это достаточно для того, чтобы все изменилось, чтобы все поменялось, чтобы пришло восстановление, чтобы действительно Бог, Он вмешался в эти обстоятельства. Как важно сегодня нам это увидеть. Как важно сегодня
нам объявить войну всему, что стоит против этого откровения. Не согласиться с тем, что сегодня демонстрирует дьявол. Есть некоторые люди, которые сказали, уже невозможно said, что-то поменять в моей семье. Мой брак разрушен. Многие годы мы просто существуем. Нету смысла дальше. Нету никакой надежды. Среди этого разрушения я хочу, чтобы мы увидели созидающую силу. Если ты видишь Господа, если ты видишь это помазание, этот светильник, который не угаст, это достаточно позволить Богу коснуться этих проблем, того, что разрушило твою семейную жизнь, и придет восстановление. Придет это восстановление. Что ты сегодня видишь? В каких ты сегодня обстоятельствах? Как важно увидеть правильно то, что мы имеем от Бога, то, что было показано Захарии, то, что он должен передать Зарубавелю. Я знаю, что для некоторых людей сегодня это трудное время. Некоторые говорят, что ожидает нас завтра. У людей нету надежды на лучшее. Я хочу вам сказать, лучшее уже случилось. 2000 лет назад Иисус имел дело с нашим грехом, нашими беззакониями. Когда Он повис на древе, Он осудил этот грех. Сегодня мы имеем все, как от божественной силы, мы имеем все для жизни и благочестия, для того, чтобы состояться, быть Его служителями, делать Его работу, совершать ее на этой земле, прославить Бога на этой земле. Мы имеем все благодаря тому, что 2000 лет назад Иисус умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Он умер за наши грехи и воскрес. Возлюбленные, через что бы вы ни проходили сегодня, чтобы дьявол сегодня не демонстрировал, сегодня он говорит молодежи, как трудно быть христианином. Посмотрите на своих друзей. Посмотрите на все эти развлечения. Разве вы можете устоять? Я хочу вам сказать, молодежь, подростки, невозможно. Своими силами невозможно. Невозможно устоять от этих соблазнов. Но я хочу вам сказать, есть победа над всем этим, когда вы не своей силой, не своими способностями, но Духом Божьим, который в вас, когда вы наполняетесь Ним, у вас есть все, чтобы быть победителями, противостоять соблазнам, преодолеть искушения и совершить дело Божье на этой земле. Вы имеете все. Господь, Он наделил этим нас. Сегодня мы можем смотреть на этот мир. О, Боже, что творится? Тьма сгущается. Как дальше жить? Я не знаю, что будет. Вы знаете, Захария сказал то же самое слово. Я не знаю. Но ангел сказал ему, скажи слово от Господа. Слово. The word. Его слово имеет силу. His word has power. В этом слове есть откровение. In this word is revelation. Это в свое время это подняло меня. In due season, this lifted Я me понял, up. I understood что независимо от того, that independent каких ты можешь быть обстоятельствах, Его слово могущественно поднять тебя выше. It is able to lift you higher. Что бы ни ополчалось no против тебя, what stands against Бог you, может поднять God is able to lift через свое you up откровение. Through his revelation. Вот почему, That's why. Когда Зарававель видел When эту гору, saw these гору проблем, the mountains of невозможно, problems. It's impossible. Денег нету, There's no money. Нельзя отстроить. You cannot rebuild. Люди против стоят. People are standing against me. И Господь говорит, the word, что вот эта гора, mountain, которая противостоит тебе, you, в моих глазах, eyes, это равнина. Это ничего. It is nothing. Когда мы поднимаемся When на уровень Божий, все горы становятся ничто. Эти горы проблем. Поэтому слово от Господа, Lord, которое сегодня обращено, это не наша сила, не наши достижения, не наши какие-то усилия, но Дух Господень, который пребывает в нас.
Возлюбленные, beloved, может быть, кто-то проходит через неизлечимую болезнь. Somebody's going through an Бог, возможно, проверяет. Maybe God's проверяет наши отношения. Checking our attitude. Проверяет, как мы поведем checking себя. How we will act. Но я верю, but I believe, что для Бога нету ничего невозможного. Nothing impossible for our God. И в этих обстоятельствах and in these circumstances, Он все равно должен быть прославлен. He still has to be glorified. Мы должны возвеличить we have Его. To lift him up. Это будет только благодаря this тому, will be only thanks. Благодаря этому Слову, this will be only thanks to the благодаря word, этому откровению, only thanks to this revelation, которое мы имеем. That we have. Как важно иметь это откровение. How important it is to have this как важно среди боли, how important it is, amidst среди the потрясений, pain, amidst the shaking, среди всех этих невзгод, amidst all of these иметь problems, это Слово, to have this word, на которое мы можем твердо встать, that we can firmly stand мы можем on, опереться we can rely on, и увидеть ситуацию and по-другому. We can see the circumstance in a different way. Не воинство not by might, и не силы, nor by power, но Духом Моим, but by my spirit, говорит Господь says Саваоф. The Lord of hosts, кто ты, гора, who are you, this mountain, стоящая перед Зарубавелем, стоящая перед Иваном, стоящая перед Валентином, перед Мариной, Marina, перед Николаем, Nikolai, перед Сергеем, Sergei, перед Владимиром, Vladimir, перед Анатолием, перед Иной? Ina, кто такая эта гора? И ответ, and the answer is, ты равнина. В Божьих глазах, какие бы ни были глаза, no matter, какие ни были проблемы no перед нами, how big the problems are before you, в Божьих глазах, in God's eyes, это ничто. They are nothing. Иисус все сделал, Jesus has done it all, чтобы мы жили в победе, to live in victory, чтобы мы сегодня ориентировались for us to position ourselves, по Его Слову, according to His имея word, Его откровение. Having His revelation. Дорогая Церковь, dear church, мы будем молиться we will сейчас. Pray right now. Давайте мы встанем. Let us stand up. Я хочу снова сказать, I'd like to say again, сегодня мы нуждаемся в пробуждении. Today we need revival. Мы можем сегодня делать усилия. We can put forth effort. О Господь, помоги нам. Oh Lord, help us. Реши эту проблему. Solve this problem. О Господь, у нас нету средств. Oh Lord, we have no resources. У нас есть только планы. We only have plans, но у нас нету средств. But we don't have the resources. Господь, помоги в этих Lord, вещах. Help us in these things. Вы знаете, можно так молиться. Yes, you can pray that way. Но как важно иметь откровение во всех этих обстоятельствах. Бог не исходит от того, будут у нас средства или их не будет. Он исходит от того, насколько мы можем поверить, что Он среди нас. А для Него ничего нет невозможного. Если мы верим Ему, if we believe him, если мы уповаем if на Него, we rely on him, если мы следуем if за Ним, we follow him, для таких людей, for these people, которые верят в Бога, who believe in God, также ничего there's also нету невозможного. Nothing impossible. С Богом with God, все возможно. All things are possible. Верующему to those who все believe, возможно. All things are possible. Hallelujah. Hallelujah. Я не знаю, через что вы проходите. I don't know what you're going through. Может быть, дьявол ударил по Maybe вашему the devil призванию. Has hit your calling. Может быть, в вашей жизни произошли потрясения. Может быть, произошел крах в вашей семье. Может быть, вы потеряли надежду Maybe на восстановление. Может быть, дети отвернулись Maybe от вас. Может быть, вы потеряли надежду на то, что когда-то дети станут верующими. Может быть, еще какие-то вещи в бизнесе, в служении. Может быть, у вас долгое время борьба с каким-то грехом. Maybe you've been battling with a sin for a long time. И вы уже потеряли веру. И у вас уже нету надежды, что что-то может измениться. Я помню, как один человек сказал, пастор, ты не представляешь, я после молитвы, я всегда чувствую себя, как будто я лечу на крыльях. Но когда я встречаю очередное искушение, как будто это мыльный пузырь. As if this is a soap bubble. Он исчезает. It just pops and disappears. Моя смелость. My boldness. Мое желание служить Богу. My desire to serve God. Я становлюсь таким слабым. And I become so weak. И снова грех берет and власть надо мною. The sin starts ruling over me. И я живу с этой мыслью. And I live with this thought. Этот страх. This fear. Когда я каюсь, when I repent, у меня уже на подсознательном уровне, subconsciously, I already когда-то я снова упаду. Know that one day I'm gonna fall again. У меня только один горький опыт I just have one bitter experience постоянных моих падений. Of constant falling. Возлюбленные, beloved,
пора сегодня отвернуть свой взгляд от этого горького опыта, опыта поражения, и посмотреть на того, для которого уже нету этих гор. There are no mountains. Который горы называет равнинами. Who calls mountains valleys? Который говорит, что слабый скажет, что он сильный. Who says that the weak shall say that they are strong? Когда немощные скажут, нищие скажут, что они богатые. When the poor will say that they are rich. Это лишь благодаря тому, this is only thanks что мы получаем слово to the fact that we receive a word from him. Это слово. This word. Это слово. Оно поможет нам видеть все по-другому. Кто бы вы ни были, сегодня на этом месте Его присутствие, Его чудесное помазание, этот светильник продолжает гореть, это масло продолжает течь, это помазание сегодня в действии. Господь продолжает восстанавливать. Он продолжает избавлять от власти греха. Он продолжает открывать темницы. Он продолжает освобождать измученных. Он отпускает их на свободу. Это Дух Божий сегодня на церкви. Это Дух Божий сегодня на тебе. Дух Святой сегодня в нас. Мы имеем все, чтобы Его воля была исполнена, чтобы Его имя было прославлено и чтобы дело Его было совершено. Кто бы ты ни был, где бы ты ни находился, может быть, эти развалины говорят обратное. Я хочу, чтобы ты увидел это помазание, чтобы ты увидел этот светильник, чтобы ты получил это слово откровения. Если с нами Господь, у нас нету больше нужды бояться. No other things to fear. Мы не должны бояться. We should not be afraid. С нами Господь. The Lord is with us. Hallelujah. Hallelujah. Давайте мы в молитве к Нему, обращаясь, in our prayer, turning мы начнем благодарить him. Его, let us start thanking him, что однажды Он открылся that нам, once he was open to что us, действительно Его помазание, that his anointing, Его сила, his power, Его присутствие, his presence, Его слава, his glory. Он наполняет сегодня. He fills us today. Наполняет это место. Он наполняет наши сердца. Все, что нужно, это воззвать к Нему. Это среагировать. Возможно, когда мы в сонном состоянии, ощутить эти толчки, когда ангел пробуждает, когда сегодня он потрясает через различные обстоятельства, чтобы увидеть сегодня этот светильник, это слово от Господа, чтобы мы не надеялись на себя, на свои силы, на свои достижения, на свои таланты, на свои способности, но могли увидеть могущество Его силы, Его славы, Его могущественной любви. Аллилуйя! Восстановление. Restoration. Восстановление во имя Иисуса, восстановление. Я благодарю Тебя, Господь, за восстановление, за время восстановления. Аллилуйя. Шимбараболе брейшу рабала бараболе береги дараболе прея. Шимборосу тури береги дараболе прейшу ребелики дараболе блейсенда. Шинджоросу рабала бараболе береги дараболе прейшу ребелики де. Аллилуйя. Господь, восстановление. Да придет восстановление в судьбу каждого. Пусть наши ориентиры, пусть наш взгляд, наши глаза перестанут видеть то, что сегодня разрушено. Чтобы мы увидели среди этих разрушений, среди потрясений, среди несбывшихся надежд или
несбывшихся планов, чтобы мы увидели откровение, слово от Тебя, ведение, Твое помазание. Однажды Ты сказал Иисусу Навину, что как Ты был с Моисеем, Ты сказал, точно так же я буду с Тобою. Не бойся, будь тверд и мужествен, не смущайся. Как важно сегодня иметь это откровение, возлюбленные, что Господь сегодня с нами. Как важно увидеть это, что Он не где-нибудь. Кому-то, возможно, кажется, что Бог покинул. Он продолжает контролировать все, что происходит в твоей жизни. Бог не оставлял тебя ни на мгновение. Если пришли какие-то потрясения, Бог хочет, чтобы ты увидел Его, Его Слово, Слово от Господа, чтобы ты это принял, имел это откровение. Это то, что позволит созидать твою жизнь. Это то, что восстановит. Это то, что позволит по-другому увидеть обстоятельства. Вместо горы ты будешь видеть в равнину. Молитесь Духом, молитесь на иных языках. Нуждайтесь в том, чтобы иметь от Бога Слово. Чтобы действительно имели прорыв. Аллилуйя, аллилуйя. Возможно, есть тут люди, которые проходят сегодня через какие-то потрясения. Возможно, у вас угасла надежда, что что-то может измениться. Может быть, есть люди, которые когда-то горели для Бога, но сегодня вы осознаете, что вы находитесь в пассивном состоянии. Нету того огня. Я хочу пригласить вас, чтобы вы сделали этот шаг, выйдя вперед, этим самым заявив: Господь, я не хочу прежней жизни. Я не хочу жить в поражении. Я не хочу жить, чтобы дьявол смеялся надо мною. Я хочу иметь от Тебя откровение. Я хочу жить в победе. Я хочу исполнить волю Твою. Я хочу прославить Тебя. Кто бы вы ни были, не имеет значения, ваше вы в служении или нет, не имеет значения, какую позицию вы занимаете. Сегодня это не имеет значения. Имеет значение это мое состояние. Хочу ли я этого? Если это слово обращено к вам, я бы не хотел, чтобы вы были равнодушны. Возможно, это тот день, когда Бог приготовил для вас, чтобы вы имели прорыв, чтобы вы были восстановлены, чтобы действительно то, что Бог вложил в вашу жизнь, оно начало с новой силой функционировать во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я иду против всякого духа страха, который сковывает людей. Дьявол, ты лжец. Кровь Иисуса Христа против тебя. Ты проиграл на Голгофской горе, и Иисус окончательно имел победу над тобою. И сейчас убери руки от людей во имя Иисуса. На этом месте
Я противостою всяким агентам дьявола и изгоняю их с этого места. Всякий смущающий дух тьмы, вон во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за Твое помазание, за силу Твою. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня восстанавливаешь. Я благодарю Тебя за движение Твое. Аллилуйя. Всякий дух равнодушия и беспечия, убирайся прочь с этого места. Во имя Иисуса Христа. Твоя святая кровь, Иисус, покрывает это место. Да придет полная свобода. Да будут разрушены всякие оковы. Во имя Иисуса Христа. Лепросоту рабакам бронту ребеликидея. Чиборосу ребеликида рабала прэндарай. Росу ребеликиту рабала вараболе прэшурея. Щенчоросу рабала боракамда раболе кидея. Ренджири великий суррабалава раболе брешедей. Всякие негативные мысли во имя Иисуса я изгоняю сейчас. Лепрака бараболе прейсурре великий туррабалава раболе кидей. Шимбороко туррабалава ренту ребелики дарабала кадай. Шимборо сурре великий сам дараболе блендерея. Лепра сурре великий дареберики чамбры. Все, что сковывает, все, что удерживает от прорыва, именем Иисуса Христа разрушаю действия дьявола, всякий контроль его, именем Иисуса. Лембресу раба кабарава рабо турикитей, шиборосу турибелики дарабала барабола бреши реберикитей, лабресу ребелики дарабала пресу рабала катай. Возлюбленные, возвышайте голос на этом месте. Очень важно, когда мы ощущаем, как будто мы под колпаком, кто-то удерживает нас. Очень важно, чтобы движение духа было. Высвобождай то, что ты имеешь внутри. Чтобы было разрушено всякое ограничение. Чтобы пришла свобода. Чтобы сейчас люди обогатились откровением. Чтобы получили для себя слово знания. Чтобы действительно мы сегодня могли видеть славу Божью. Лепле суррабалава раболе китей. Шибороку туррибелики суррабалава рабадая. Рен туррибелики суррабалава раболе брешитей. Шиборо суррабалава раболе брешитея. Лепрака тарабала прей суррибелики теребелики суррибеликитай. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я не знаю, кому это слово. Возможно, к тому человеку, который сегодня с нами через онлайн. Возможно, это человек, который здесь. Но у вас очень сильная обида. Глубокая обида на близкого человека. Я не знаю, что произошло. Но это то, что вас удерживает от радости. По этой причине в вашей жизни есть очень много вещей, которые разрушают вас. За этим стоит дух, который удручает. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Давайте, дорогая церковь, мы объединимся. Сейчас в молитве против этого духа. Я знаю, что этому человеку нужно простить и отпустить этого человека. Какая бы ни была боль, рана, нужно простить и отпустить. Божья благодать сходит на то место, Его помазание, когда мы высвобождаем слово прощения. Все, что нужно сказать, Господь, независимо от чувств, независимо от того, что я ощущаю, независимо от того, как мне больно, я прощаю предательство, я прощаю этого человека. Да придет полная свобода во имя Иисуса Христа. Всякие цепи и оковы дьявола да будут разрушены сейчас. Во имя Иисуса Христа полная свобода.
именем Иисуса Христа. Дорогая церковь, продолжайте подвязаться. Есть люди, у которых преследуют мысли о том, что их жизнь бессмысленна уже. За этим стоит скрытый дух самоубийства. Когда теряется интерес к жизни, когда человек говорит, для чего я живу, мне неинтересна жизнь. Именем Иисуса Христа я иду против этого духа. Ты злой, мерзкий дух самоубийства. Разные мысли о том, чтобы умереть. Для вас эти мысли, они как выход из ситуации. Это ложь дьявола. Противостаньте сейчас. Если эти мысли вас преследуют, противостаньте сейчас. Именем Иисуса Христа. Щиблесу раболоко турабле тарабатая. Ронту ребелики сурабалаву ребелики тая. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Братья, подойдите к каждому из них. Да, начинайте служить этим людям. Все, которые вышли, подвязайтесь в молитве. Во имя Иисуса Христа. Лабрешу, раба, лабрешу, сей. Рома, слава. Женя, пожалуйста. Щибороку ту раба, лабрешу, раба, лаба, раба, лабрешу, сей. Щибороту ребелики сон тарабале берегидай. Щиборосу ребелики тарабале брешите. Рамбалабо ребелики турабала бараболе брешите. Святой Дух, наполни. Наполни эти сердца. Наполни в их жизнь, Господь, полное восстановление. Восстановление. Дорогая церковь, усильте молитву сейчас. Пусть эта атмосфера наполнится Божьим присутствием. Лебресу рабала вара береги ту ребелики зе. Щиборосу ребелики тараболе береги тая. Нету места дьяволу. Кровь Иисуса Христа против тебя, дьявол. Лечам брату рабала вара боле брешенче. Всякая рана, которая кровоточит. Дух Святой, твое помазание пусть прикоснется. Твоя исцеляющая сила пусть сойдет. Лебресу рабала вара боле береги сурабала прея. Восстановление, восстановление, восстановление во имя Иисуса Христа. Восстановление во все сферы жизни. Восстановление. Лебресу рабала барапресу рабала канта раболе берегидей. Щиборосу рабала бараболе берегидей берегисай. Щибресу рабала бараболе берегису рабала фантай. Дух отверженности, убирайся прочь. Нету места тебе здесь, в жизни этих людей. Дух отверженности именем Иисуса Христа. Низлагаем твою власть сейчас. Свобода во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Рабалава раболе берегида рабалава рабадай. Щибараболе берегида рабалава раболе берегидей. Щибараборохо дурабалава раболе брешу ребелегида рабалава рейсетей. Ронда раболе береги дура береги сура балава рабадай. Щиборосу ребелики да рабала блесу ребелики да. Лечи ребелики сура балава раболе блесу ребелики да ребелики да. Щиборосу ребелики да рабала раболе блеса рабана китай. Я благодарю тебя, Господь, за свободу. За свободу благодарю тебя. За свободу. Аллилуйя. 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 Щибарава раболе береги сура балава раболе блесу ребелики да. Щибороко турабала бараболе берегида раболе блещен чили берегида. Аллилуйя, лабара панта раболе берегида. Возлюбленные, мы продолжаем быть в молитвенном состоянии. Щибарава раболе берегида рабала бараболе берегида. Щибарава раболе береги турабала преюсу реберегида реберегисея. Присутствие меня коснись.
Yeah.